Привет, вы смотрите видео-версию сайта Trantas News, и в этом эпизоде расскажу вам о спецверсии Toyota 86. Компания Toyota показала специальное издание купе 86, которое получило название GT Black Limited. Данная серия будет выпущена ограниченным тиражом в количестве 86 экземпляров и будет продаваться только на рынке Японии. Интересно, что первая половина автомобилей GT Black Limited получит механическую коробку передач, а вторая — автомат. Купе Toyota 86 GT Black Limited будет выполнено в черном цвете. Эта серия будет напоминать спринтер Trueno GT Apex Black Limited 86 года, которая стала прощальным изданием знаменитой Hachiroko, собранной в количестве 400 экземпляров. Кроме главного черного оттенка кузова, 86 GT Black Limited будет иметь 17-дюймовые колесные диски медного цвета, тормоза от Brembo, пластиковые накладки днища, задний спойлер и амортизаторы SASH. В салоне спецверсии также будет преобладать черный цвет. В отделке салона использовались натуральная кожа, алькантара и похожий на замшу материал под названием Grand Lux. В оснащении купе имеется 2-литровый оппозитный мотор, который выдает 200 лошадей и 205 ньютон-метров крутящего момента в паре с механикой, либо 207 лошадей и 212 ньютон-метров момента с автоматом. У меня пока все. Еще больше новостей ищите на нашем сайте tarantas.news. Пока!